Так, добрый вечер. Сегодня решил посвятить тему страшно важному вопросу. Первый раз у меня. Ну, просто люди не стали получать посылку. Я все-таки попросил хоть каких-то объяснений, отправки, все-таки время тратится. У вас пришла чаша. Да. Она пришла отвратительно грязная. Мне было противно до нее дотрагиваться. Вот. Упаковщики на почте сделали какую-то неправильную упаковку, то есть человеку было неприятно видеть упаковку, отвратительно даже не дотрагиваться до чаши, была глянцевая, она вот вся залапанная, это было отвратительно. Вот, еще я не положил палочку, а палочку-то я положил. Ну, в общем, такие случаи бывают, ну, давайте тогда посмотрим, а что же можно сделать, чтобы все-таки... Ну, не расстраиваться, человек ждал чашу, да, я такой отвратительный, все отправил. Берем вот такую штуку. Я даже когда овощи покупаю, кстати, они дешевле, чем чаша, но я их все равно мою даже, несмотря на то, что они дешевле чаши. Вот, и я бы и в чаше тоже мыл. То есть мне они иногда приходят в машинном вонючем масле чаши. В машинном вонючем масле с Индии. Вот, я могу отправлять их, конечно, с машинным вонючим маслом, но я его зачем-то вытираю. Вот. И в этом случае я тоже рекомендую людям не отказываться от чаш все-таки, да, у нас неплохие чаши. Ну и не только у нас. Вот просто взять такой вот аэрозоль, силиконовая смазка называется. Можно найти какой-нибудь еще вид силикона, но в данном случае он просто защищает и смазывает механизмы, устанавливает эластичность резиновых уплотнителей. Это прекрасно. Антискрип. Чаши не будут скрипеть больше. Давайте все-таки это сделаем. Вот я предлагаю вот так сделать в чашу, да? Потом вот так вот. Ну вот так, несложно взять ее и протереть. Попробовать. Вот, можно, ну если мы пожадничали, да, возьмем еще немножечко. Вот. Я сейчас просто еще тоже экспериментирую, жадничаю, но дело в том, что если там какие-то есть внутри чаши, ну, затертости, да, там бывают пальчики чьи-то, все-таки это можно убрать, вот, и они все равно появятся. То есть если претензии, чтобы чаши приходили идеально есть, я советую все-таки обращаться туда, где вам дадут фирменную кепку, пакет, майку и сертификат международного образца, что вы купили там эту чашу. Вот, а мы поступим так попроще, да, вот. Оп, вот она. Да, бывает какая-то полоса. Сейчас должен быть у нее более-менее какой-то глянец появиться. То есть все равно он появляется. Едкими структурами, конечно, чаш не стоит полировать, как-то там пытаться. Ну, чище она становится. По крайней мере, силикон – это один из выходов. Тут, ну, просто надо поработать. Любимая чаша. Когда их 100, все это очищает. Ну, честное слово. Я могу это сделать за ваши, ну, как сказать, за ваши благодарности. Возможно, даже за финансовые. Вот. Ну, иногда не хватает времени. Такой вот ужасный человек подает чаши. Что отвратительно дотрагиваться до них даже. Ну все. Теперь мне не отвратительно дотрагиваться над них, мне, по крайней мере. Вот, я хочу на них поиграть. А сегодня, ну давайте попробуем на всякий случай вот матовую чашу так возьмем. Это тоже вот, вот залапанная, это ужасно. Тоже отвратительно дотрагиваться, вот видно сразу, что будет отвратительно дотрагиваться. Ну вот, что тут куда-то у нас силикон разлетается. О, наверное, просто было мало до этого. Вот. Я просто плохо нажимал кнопку. Я еще и жадный. Как это хорошо. Иметь много разных качеств. Быть многоликим, многоногим и многороким. Вот теперь чаша, да, легко стала выглядеть такой, что даже дотрагиваться, ну, не отвратительно. Господи, какая она красивая, прям купить хочется. Ну, еще вот этот протрем, нам не жалко силикона, он тут есть.
Я им мазал цепи, когда был на Ольховне, где я там 11 лет жил. Там был велопрокат. Летом это было интересно. Поработать руками и пообщаться с людьми. Вот велики каждый сезон натирались силиконом. Перед сезоном и в конце сезона, чтобы к ним не прилипала пыль в капельки. Также здесь. Вот. Также все можно обработать. Это самый лучший способ, и небольшой глянец, он даже влияет на звук, я так думаю. Смотрите, как она блестящая. Главное, не теперь не подскользнуться там какому-нибудь муравью, а то как он там. Сколько же теперь стало? Ой. В общем, так вот у нас. Ну, эту чашу попробуем еще раз пробрызгать тогда. И что получится? Вот. Результат превзошел наши ожидания. Если бы у нас было еще время, мы бы тут все просто под пастой Гои оттерли. Все прекрасно. Ну, в общем, есть способ. Даже при самых ужасных ситуациях, даже когда, если коробка пришла не того цвета, вот, и скотч там не такого цвета, как ожидался, то все-таки чашу можно забирать. Рекомендую. Вот силикон.